Я вам скажу так, внимательно смотрите то, что вы увидите дальше, и вы будете просто в шоке, потому что прямо сегодня я прокачаю подписчика Китка. Да, он кидал людей на аккаунты и на голду, я его прокачаю на одну голду. Что из этого вышло, вы будете просто в шоке, ну просто смотрите. Самая мечтательная прокачка. Да, ты там случайно никого не обманывал, не кидал на голду? Да вроде никого не кидал. Точно? За последнюю неделю точно. Прокачка такая же бомбезная, как и твои дырявые зубы. Зубы! Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе. И прямо сегодня я не один, со мной... Дмитрий. Ну что же, Дмитрий, ты готов? Потому что прямо сегодня я тебя прокачаю! Внимание, внимание. Как ты думаешь, на сколько голды? Ну, на 3К. Ха-ха. Или на 4К, да? Ну, да. Ага. А на самом-то деле я тебя прокачаю на... ОДНУ ГОЛДУ! Как тебе такое? Мысли, что так мало? Ты чё? Мысли конченые. У тебя 1 000 000 голды на счету, давай нормальную прокачку. Я конченый? Да. Ага, ага, ага. То есть вот так вот ты со мной, да? Так а можешь мне тебя вообще тогда не прокачивать, если ты не хочешь? Прокачивай, прокачивай. Хочу, чтобы ты мой канал пропиарил. Да, а чё с канал-то? Киллер228. Мувики там, нарезки. А, Киллер228, я понял, братик. Так, ну чё, я смотрю, у тебя аватарочка довольно-таки позитивненько. Давайте посмотрим, что есть у тебя в инвентаре. У тебя есть... Да у тебя вообще ни хрена нету! Ёлки-палки-то, почему мне все писали, что у тебя много ножей, если у тебя ничего нету, как думаешь, а? Ты там случайно никого не обманывал, не кидал на голду? Да вроде никого не кидал. Точно? За последнюю неделю точно. А-а-а, понятно. Так, ну что, ты готов к прокачке? Давай. Давай. Я прямо сейчас уже выставил твой скин на продажу. Прямо сейчас на телефоне нахожу, и я сейчас куплю, и ты получаешь, внимание, 101 голду. И что мы делаем? Мы на 100 голды покупаем боксов, а на 1 голду собираем тебе остальной инвентарь. Как тебе такая прокачечка? Нормально? Прокачка такая же бомбезная, как и твои дырявые зубы. Зубы? Да ёханый бомбя! Отличные зубы. Голливудская улыбка, ёханый бабай! Не стыдно, скажи честно, не стыдно обзывать пожилого ютубера Кента ПК? Ладно. А тебе не стыдно прокачивать? Не, не стыдно, не стыдно, потому что я знаю про тебя небольшой секретик. Так, ну что, выбираем 10 твоих любимых боксов. Все прокачивают кейсами, а один Кента ПК прокачивает боксами. Давай, бро, выбирай, что ты хочешь. Давай 3 Ривола. 2 Фориса. Давай, давай. И 5 Фейбла, правильно угадал? О, хороший, замечательный выбор. Надеюсь, тебе повезет. Надеюсь, тебе выпадут твои любимые арканы. А что ты любишь больше? Арканы или анкомонки? Комонки, конечно. Ну что же, с какого бокса мы начнем? Давай, выбирай. У нас есть ровно 10 боксов и 1 голда. С чего же начнем? Давай, не стесняйся. Давай, с Фейбла. Ну чё, как тебе вообще прокачечка на 1 голду и на 10 боксов? Ну как по мне, только неплохо. Так, ты готов? Я тебе буст даже сделаю на эмочку самурай. Сделаю буст на 5-7 вином. А ну-ка, как прокачка? Да вообще как у лоха. Если не лох, давай 2К еще закинь. Если не лох, 2К закинь? Да. А если лох, что тогда? Можно не закидывать? Нет, тоже закидывай. Ничего себе ты придумал. Так, ну что же, открываем дальше, следующий фейбл бокс, давай, давай какое-то заклинание. Кента ПК Даунидзме Аркана Выпадзима. Ничего себе заклинание, не, слушай, ну это некрасиво. А вот просто вопрос тебе, как ты думаешь, почему тебе так повезло, что я тебя прокачиваю на 1 голду, а твои предположения, как думаешь? Даже не знаю. Ну да, ты ж точно никого не кидал, да? Не, никого. Ну, последнюю неделю точно никого не кинул. Я-то думаю. Так, ну что, ты готов? Давай хэштег Аркана. Готов к Арканочке? Давай. 3,
2-1, и тебе выпадает. Кстати, а с бокса могут выпадать арканы статреки, ты знаешь? Ух, FNFA Lasted Carbon, слушай, замечательный скин, твой любимый, как тебе скинец? Ну, вроде неплохо. Хэштег неплохо. Так, ну чё, открываем дальше. Rival Box, слушай, ну тут может выпасть даже AVM Genesis. Скажи мне просто, ты готов к такой прокачке? Готов? Самая мечтательная прокачка. Давай, 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 да, такая же прокачка, как и ты. Поехали! Так, слушай, сейчас мы узнаем, если выпадает анкомонка, ты нуб галимый. Выпадает комонка. Значит, ты просто нуб, а не галимый. Так, ну что же, остается 6 боксов. Скажи сразу, ты готов? А вдруг сейчас выпадет UMP Beast? Ты кричал бы или нет? Скажи честно. Вот прям честно-пречестно. Прям отчасти, на 7-е небо улетел. Эпик! Да за шо? Хэштег за шо? Ничего себе, тебе эпик выпал. Знаешь, сколько он стоит? Он стоит 8 голды. Ну так-то неплохо. Коптитую колбасу все подняли, голду. Давай 5 голды, или я тебя найду, взломаю все твои соцсети. У меня твой эпи уже есть. Ты что, хакер? Привет тебе. Я, да. Не-не, пожалуйста, не вычисляй меня, не надо меня бить. А ты что, тоже с Полтавы? Ну, у меня уже вертолет стоит, сейчас прилечу к тебе, нафигачите. Ого, ничего себе, не по... Ладно, давай без этого. Ну чё, ты готов к Rival Box'у? Я готов заехать тебе в задницу. Заехать в задницу? То есть ты по парням, как я понимаю. Хэштег! Не осуждаю, не осуждаю. Так, ну что же, открывай Rival Box'и, давай AVM Genesis. 3, 2, 1, поехали, иди сюда, дорогуша. Что ж тебе выпадает-то, что ж тебе выпадает? Как ты думаешь? Ух, ничего себе, рарка М40 Бигл. Блин, ну ты везунчик. Самый худший ютубер на свете. А, самый худший? А, я тебе раскрою небольшой секрет. Знаешь, почему тебя прокачиваю? На одну голду. Потому что я знал, то, что ты обманывал людей на голду и на аккаунты. Зачем ты это делал? Скажи, просто зачем? Мне про тебя все слили, и я хочу, чтобы весь ютуб узнал о тебе. Зачем ты все это делал? Да когда такое было? В смысле, когда? Неделю назад ты кинул подписчика на 1500 голды, на его единственный нож. Не стыдно? Да был давно, я уж не помню такого. Неделю назад! Мне подписчик пишет в ЛС, Олег Ков... Ну ладно, не буду говорить его фамилию. Олег пишет, блин, кинт, меня обманули, что делать? Я решил тебя проучить, и ты специально дал мне фейковый аккаунт. Но если ты прямо к концу этого видео не извинишься, не изменишься, то тогда я забаню этот аккаунт и забаню тебя просто по устройству, и все твои аккаунты тоже улетят в бан. Ну как, пожалуйста? Было и было. Нет, нет! Ты должен искренне извиниться и дать слово мужика, то что ты отдашь голду парню, которого ты киданул. Иначе тебя забанят по устройству на всех твоих аккаунтах. Извини, пожалуйста, да я отдам ему голду. Последний фейбл бокс, понимаешь, если до конца открытия этого бокса ты не справишься, тогда придется, к сожалению, банить тебя по устройству. Банить тебя и все твои аккаунты. Ты готов к этому? Извини, пожалуйста. Отдам я ему голду после прокачки. Не, это искренне? Скажи, для меня это важно. Пожалуйста, смеешься? Да. Да, это искренне или нет? То есть ты даешь слово мужика, то что ты никогда в жизни никого не будешь обманывать? Даешь? Даю слово. Даю, даю. Ребята, прямо сейчас в комментариях напишите, как вы думаете, даем ли мы ему шанс или нет? Прямо сейчас напишите в комментариях ваше мнение. Слушай, дебил, ты что это снимал? Ой, дебил, извини. Подожди, ты что опять обзываешься? Если тебе опять смешно, вот я не пойму, ты не искренний. Вот реально ты не искренний. Просто я вот не знаю даже, что с тобой делать. Ребята, прямо сейчас напишите в комментариях, что с ним делать, потому что, ну, это очень подозрительный парень. Ну прям очень подозрительный. Ну я думал, ты сделал для себя какие-либо выводы. А вот и что ты сделал? Да ничего ты не сделал. Ну вот реально, мне неприятно, что ты так поступаешь, понимаешь? Я бы тебе прямо сейчас дал бы кучу других скинов, аркан и так далее. Но я вижу, что ты дальше будешь кидать. Или это не так? Не так. Пообещай прямо сейчас мне, что ты никогда никого больше не кинешь. Обещаю, то что никогда я никого больше не кину. Слово мужика даешь? Слово мужика даю. Все, давай. Ладно, вот теперь
вот теперь я плюс-минус тебе верю. Подписчики прямо сейчас решат, прокачаем ли мы тебя дальше в нормальной человеческой прокачке или нет. Потому что, понимаешь, к сожалению, мне неприятно то, что поступила такая инфа, что моих подписчиков обманывают. И я пытаюсь избавиться от китков в нашем комьюнити. Так что, дорогие друзья, прямо сейчас вы можете решить судьбу этого парня. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, что же мы будем с ним делать. А если вы хотите попасть в прокачку, то прямо сейчас подписывайтесь и заходите ко мне в Дискорд. Все нужные ссылки есть в описании. Всем удачи, всем пока.